Дорога домой проходит не менее интересно, чем начало похода. Неожиданная встреча посреди Баренцева моря. Подводная лодка уже сутки, не скрываясь, идет в надводном положении, и только сейчас ее обнаружили. Это «Орион» — норвежский разведывательный самолет. Он долго кружит над лодкой и вдруг, прямо перед ее носом, сбрасывает красный буй. Говорят, там внутри сверхчувствительные микрофоны, передатчик. Это попытка иностранцев записать так называемую атмосферу лодки. Впрочем, наших офицеров это не смущает. Они знают, что делать, делают это и идут дальше.